Дорогие друзья, добрый день. И снова на экране ваших телевизоров замечательный драматург, художник, писатель, рассказчик Танино Гуэра. Сегодня он расскажет вам о творчестве, в частности, о том, как он работал с Феллини и с Андреем Хржановским. И фильм последний, сделанный Андреем Хржановским, «Долгое путешествие» по сценарию Танино Гуэра и по рисункам Федерико Феллини, вы тоже сегодня увидите. Я Танино Гуэра. Я пишу стихи, рассказы, написал много сценариев, в том числе к фильму Феллини. Сейчас я сижу на диване у него в столовой в Риме. Таким он меня нарисовал. Lui aveva voluto sentire la poesia. Ah, ho capito, se rimi слушать мои стихи. Cioè questo, però io non avevo un soldo. А у меня в то время не было ни копейки. Деньги. E allora non posso dimenticare una volta che ferma la macchina. И я не могу забыть, когда он однажды остановил машину. Ma detto aspetta. И сказал, подожди. È salito in scala. Поднялся на какую-то лестницу в дом. Я ждал. Ему portato 50 mila lire. И потом спустился, зная, что у меня нет ни копейки, и дал мне 50 тысяч лир. Но это как... Да, я этого не могу забыть. Танино Гуэра продолжает. Мы начали вместе работать. Нашим первым фильмом был «Амаркорд». Я думаю, что это исключительный фильм. Это наши юношеские воспоминания. Но самым удивительным было то, что у адвоката из Рима, помните, в Маркорде он никогда не расстается со своим велосипедом. У него был мой голос. Можно? Можно? Можно. Bisogna dire che Federico aveva un'adorazione per i fumetti. Должен сказать, что у Федерико было обожание. Фуметти – это он страсть просто к фоторомансу, он у нас называется, фуметти. Это все то, вот рисованные на кадры разбитые истории, печатные журналы. Выходит целый журнал и журнал, как аниматор. Феллини заполнял целые альбомы персонажами. И каждый раз, когда мы думали о своей сцене, мы разбивали это на кадры, рисовали даже движения. Мне снилось, будто все персонажи, нарисованные Феллини к его фильмам, поднимаются на палубу корабля, чтобы отправиться в далекое путешествие. Вся наша жизнь, конечно, путешествие. В том числе и вот это путешествие на корабле на фестивале «Крок», где и Танино Гуэра, и масса народу со всех стран мира, гостей фестиваля. Вот они весело здесь проводят время. И Андрей Хржановский как бы в роли майора Ковалева, потерявшего свой нос. Эта работа оказалась, может быть, наиболее трудной из всего, что я делал до этого. И она, видимо, оказалась не совсем обычной и привычной. То есть, безусловно, это так для Гуэры. Трудности этой работы были связаны вот с чем. Как бы стилизовать разработку рисунков Феллини под кино Феллини и пытаться сделать нечто в духе Феллини, имея в виду кинематограф Феллини, эта задача была бы и нереальная, и неблагодарная, а главное, бессмысленная с точки зрения, так сказать, творческой. Поэтому нашей задачей, как я ее во всяком случае понимал, и мне кажется, что Танино следовал этой же логикой, нашей задачей было организовать некий мир
или одну из сторон этого мира, я имею в виду мир Феллини, сделать некое как бы послесловие к его фильмам или предисловие к его работам, которое бы не имело бы функции как будто бы активной интерпретации. А просто это было наше посвящение, наше объяснение в любви и признательности этим великим мастерам, я имею в виду Феллини и Мазину. И вот поэтому работа, это мне, ну, я не знаю, получилось ли она такой или нет, но внутренне она является глубоко интимной для Гуэры и для меня, как, собственно, интимными были рисунки Феллини. Вы заметили, как серьезно относятся дамы к предстоящему празднику? Остальное довершит музыка, которая приведет обнаженные тела, готовые освободиться от плена одежд. Infatti mi sono avvicinato ai cartoni animati, anche se non so perché non è к одушевлению. Я шел к нему. Pensando al finale, в финале фильма «Джинджер и Фред», Фред падает. Это все человечество падает. Я вижу блестящие глаза Марчелло, как он показал своего Фреда. Фред – маленький танцор. Мастрояне – это мы все. Мастрояне дал ему свою душу, душу уникального человека. Avevano un'amicizia loro due portentosa, anche un po' con delle follie studentesche. Tra loro due. Tra loro due. У них между ними была удивительная, носимая ими дружба с шутками, которые можно назвать и студенческими шутками, которые они делали друг другу. Caro Marcello! Дорогой Марчелло, ты ведь помнишь меня? Это же я, твой альтер-эго. Мастрояне Феллини на сцене кинофестиваля в Римини, родного городка Феллини и Гуэры. Может быть, по этим улочкам носилась машина Феллини с Марчелло, откинувшимся навзничь, с белым платком на лице. Это была их очередная шутка, очередная провокация, потому что за ними носился весь город. Всем хотелось быть свидетелями смерти Марчелло. Так они шутили. Постоянная игра, постоянная провокация друг друга и общество, постоянное желание разбудить и растормошить человеческое болото. Это кафе, заполненное рисунками Феллини. В этом кафе вкусно, уютно, но все зовет в путешествие. Nessuno più di me può apprezzare l'aria ventilata della nave in movimento. La respiro non solo. Никто больше, чем я, не может оценить этот воздух, который мы вдыхаем, когда стоим на палубе идущего корабля. Такое чувство, будто вдыхаешь его не только легкими, но и глазами.
говорите, смотри, много попса, понимаю. Он знаю, когда один хороший женщин, а? Слушай, осторожно. Осторожно, знаю. Но я думаю, когда он молодой, живет в деревне, рядом времени, где не папа, девушка, девушка он, и один няня, большой няня, много молоко, он маленький, может быть, думая, и когда он делает фильм, но когда живет, другой проблема. Послушайте, как он говорит по-русски. В этом монологе, конечно, это произведение искусства, каждый понимает то, что ему близко. Я видел женщина, не понимаю, сколько и нравится поцелую, только рука. Только там Феллиния рука. Потому что говорит, Феллини, мы один человек. Феллини, это я забыла. Феллини кино. Феллини, не Феллини. Феллини кино. Феллини – это действительно кино. Это целый киномир. И фильмы, сделанные ими вместе, особенно репетиция оркестра и «Корабль плывет», это, если можно так сказать, анимация, созданная средствами художественного кино. Я хочу посмотреть. Однажды он увидел удивительный корабль. В заклад это был броненосец Потемкин. А на борту его персонажи, нарисованные Эйзенштейном. Доктор. В хорошей мультипликации, говорит Гуэра, как и в итальянском неореализме, пристальное внимание к деталям, к маленьким-маленьким мелочам. Рисунки Феллини, каждый из них имеет такой огромный потенциал саморазвития, что, должен признаться честно, это порой, так сказать, увлекает тебя почти что бесконтрольным образом. И ты подпадаешь не только под магию и очарование искусства Феллини, но и под какое-то непреодолимое желание с этим богатством познакомить всех, кому оно просто недоступно даже, так сказать, чисто физически. У нас не издавались рисунки Феллини в таком количестве, во всяком случае. Thank you.
любовная линия. Я бы не побоялся такого простого определения, потому что, в конце концов, это действительно так. Вот эти две партии или одна партия, если хотите, музыкальная партия, музыкальная тема, любовь Федерико и Джульетты, она стала для нас главной. Что, собственно говоря, и произошло в жизни этих двух замечательных людей. Такая болезнь тяжелая. Он уже был, болел в одном из отелей. Без голоса он был уже тогда. Потому что в легких была вода какого-то с кровью в легких так нашли. И около него было 2-3 медсестры. Vabbè. Devo dire che tutti i giorni venivano i più grandi medici italiani. И каждый день его навещали, делали визиты ему, светило того времени итальянские. 100.000 lire visita. Тогда, в то время, это было 100 тысяч лир за визит, это очень много. Che allora era enorme. А detto. Io sono andato a trovarlo. И я пришел навестить его. И он очень вежливо, очень внимательно вдруг стал говорить со мной о только что вышедшей моей книге. А я ему говорил, не хочу сейчас об этом говорить, Федерико, давай поговорим о тебе и так далее. Потому что все в это время весь Рим говорил, что он должен умереть, что он так тяжко болен. И в это время, когда я был, я увидел, что пришла телеграмма на розовом бланке от президента республики, что делается только в тех случаях, если это очень тяжкое заболевание или что-то. Надо сказать, что в тот раз все обошлось. Феллини вылечил его старый школьный друг, провинциальный врач. Конечно, из Римени. Потом, разумеется, он открыл огромную клинику в Риме. Ох, уж эти друзья из Римени. Они такого наделали в Италии. Этот фильм очень близок рисункам Феллини. Это фильм не о его жизни, не о его встрече с Мазиной. Это не история человечества. Это лишь история его набросков, которые вдруг начинают двигаться. Его рисунки, его ирония, его необычный мир. В этом фильме не перейдена граница. Этот фильм не более чем набросок. И по этому путешествию, по путешествию рисунков, можно понять, насколько близок Феллини к мультипликации. Его рисунки и есть мультипликация, ироничная мультипликация. Феллини удаляется от нас. Но есть ощущение, что мы уже слегка проникли в его мир. И можем теперь посмотреть на фантасмагорию нашей жизни иначе, чем прежде. Согласитесь, что фильмы Федерико Феллини, несмотря на всю их фантасмагоричность, очень похожи на реальную жизнь. И вот
реальная жизнь перед нами. И она все-таки удивительно похожа на фильм Федерико Феллини. Я не могу понять только одного. Почему великий маэстро не сошел на берег вместе с нами? Я не хотел бы думать, что он замыслил новое путешествие к иному, совсем далекому острову. Что ж, знаете, не хочется прощаться с таким человеком, с таким живым, замечательным, живым классиком, прямо скажем. Слушать его – одно удовольствие, читать его – другое удовольствие, смотреть фильмы – еще третье удовольствие. И я надеюсь, что мы будем встречаться с ним еще не раз. А на сегодня мы прощаемся с вами. До свидания. До новых встреч.